Добрый день, друзья! Сегодня у нас следующее стихотворение, и все последующие стихотворения у нас будут под одним заголовком. «На задней парте» называется. Это про учеников. И сейчас первое стихотворение из этой серии. Познакомимся. Вы знакомы, Вова с Петей? Не знакомы? Вот так раз. Наши знают все на свете. Знает нас весь пятый класс. Скажешь тоже, пятый класс. В школе каждый знает нас. Пишут в школе стенгазеты. Говорят на педсовете все о нас. О нас, о нас. Мы могли бы загордиться, но гордиться не годится. Лучше просто без прикрас о себе начнем рассказ. Познакомимся ближе с ними, познакомьтесь ближе с ними, и тогда судите сами. Я беру сначала слово. Ладно, Петя. Ладно, Вова. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на канал и ставьте большой палец.